Дизайн одежды вне зависимости от времени года окрыляет и приносит свои результаты. Человек, посвятивший себя этой профессии, должен обладать знаниями конструктора, технолога, немного быть психологом и обязательно обладать навыками закройщика или портного. Легко ли это? Со стороны может показаться, что это пустяк, но только со стороны. Нечасто среди дизайнеров можно встретить настоящую творческую семью тандем. Но на этот раз у вас есть такая возможность. Мы познакомились на первом курсе академии, мы учились в одном курсе, в одной группе в Академии искусств. И вот с первого курса и до сих пор мы вместе. Кристина и Виктор отлично дополняют друг друга. Так можно понять не только по их словам, но и просто глядя на них. Иногда Виктора посвящают слишком смелые решения, а Кристину уравновешивают реальность с мечтами, и получается вполне идеальный вариант работы. Есть ли у ребят любимые образы? Я всегда стремился создавать более элегантные стили, женственные. В то же самое время пытаюсь создать более уверенный образ, чтобы она всегда была красивая, элегантная, уверенная. Стиль у меня преферат. Мой любимый стиль – это тот, который ношу всегда, в котором удобно день ото дня. Интересно, а большая ли команда трудится, не жалея сил? Как дизайнер работаю я и моя жена Кристина. В то же самое время у нас работает девушка Ирина и наш менеджер, промоутер Евгений Кулак. Виктор считает, что из моды никогда не выйдут юбки и мужские рубашки. А что на это ответит женская сторона дизайн-дуэта? Классика, Лудор. Классика, Диор и Шанель. Что-то приходит и уходит, но только не классика. Все дизайнеры базируются на основе великих дизайнеров. Как настоящий профи, Кристина и Виктор уже вовсю готовят вкусный послепраздничный десерт. А именно весеннюю коллекцию в желтых, серых, бирюзовых, зеленых и других тонах. Особенно актуален стиль милитари. Оно сделано из трикотажа, зеленого. Отходим чуть-чуть, вдохновляемся от стиля милитари. В то же самое время пытаемся сделать его намного изящнее. В этом платьишке у нас здесь видно конструктивные линии этого платья. Она довольно-таки короткая. Здесь еще будут такие гетры полосато-желтые. Конечно, не упустили мы возможность спросить у дизайнеров, что же лучше одеть в новогоднюю ночь. Думаю, в этом году все-таки подойдет белый, серый. Так и год кролика, можно подобрать даже что-нибудь из меха сделать, или накидочку, или пиджачок, или даже пояс красивый из белого меха кроличьего, он будет смотреться хорошо. Особенного и яркого всем дня!